Синий угол октагона. Бойцу 35 лет, рост 169 сантиметров, вес 70,3 килограммов. Мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по тайскому боксу, мастер спорта по ММА. Бойцовский рекорд. 4 победы, 2 поражения. Из Азербайджана Хасан Мамадов. Его соперник. Бойцу 36 лет. Рост 170 сантиметров, вес 72 килограмма. Боец выходит на поединок с желтой карточкой. Мастер спорта по вольной борьбе. Мастер спорта по ушу саньда. Мастер спорта по кикбоксингу. 20 побед, 11 поражений, 1 ничья. Из Казахстана Жумалек Турсы. Рефери в октагоне Дауренбек Чакаев. Жонгерлер, ортага. Жонгерлер, ережен билемиз, узбаймыз, костасамыз, искетсе. Искетпеңіз, артка. Все, желтая карточка. Желтая. Желтая карточка. Судьи зафиксировали этот момент. Все готово к началу этого противостояния. Хасан Мамадов из Азербайджана в синем углу октагона. Его оппонент Жумабек Турсун из Казахстана в красном углу октагона. Кто-то подсказывает мне, что досрочно этот поединок может закончиться. Вот сейчас настрой такой парней боевой, но... Во-первых, все-таки по 36 лет уже бойцам есть немножко лишний вес и у того, и у другого. Посмотрим, насколько функционально они готовы, или сейчас они попытаются все просто в первом раунде решить, с учетом того, что у нас есть бонус за победу на первой минуте. Занимается центр октагона оба спортсмена, никто пока что активно не прессингует. Больше 30 боев за плечами у Жумабека Турсуна. А вот у его оппонента Хасана Мамадова всего лишь 6 поединков. Также дрался Жумабек помимо UFC и в организациях Kunlun Fight, PFL. Да, может быть, не так удачно, но тем не менее, я вот не вспомню бойцов из Казахстана, у кого опыт именно... настолько серьезных. И сразу же мидл-кики и проход в корпус. Будет ли перевод? Но, к сожалению, Кондор атакует. Жумабек и забирает спину. Опасно для Хасана Мамадова. Здесь главное Турсуну не суетиться. И пытается провести удушающий прием Жумабек Турсун. 3 минуты и сдается. Жумабек Турсун одерживает досрочную победу в первом раунде. Просто овации сейчас здесь во дворце спорта Балвана Шулака. Просто все соскочили со своих мест. Аплодируют Жумабеку. Это выступление достойно бонуса, мне кажется. За лучшее выступление вечера. Не видел, сколько времени оставалось. Да, помимо вот этого специального бонуса, я бы дал ему выступление вечером. Мне этому бойцу вообще ничего не жалко. Давайте еще раз взглянем. Все произошло молниеносно. Причем Хасан Мамадов сам-то атаковал, пытался провести тейкдаун. Но здесь все-таки опыт, есть опыт. И вот после серии не очень удачных выступлений такое вот такой бой, это, конечно, ну, на пользу. На первой минуте 30 секунде
удушающим приемом победу одержал боец из красного угла октагона Жумабек Турсын! Поздравляем Жумабека, поздравляем всех болельщиков, кто болел, переживал за бойца из Казахстана. Яркая, быстрая, досрочная победа. Сейчас сделает фото с командой и клетку покинет. А вот сейчас мы видим, как он завершил этот бой. Плотно очень прихватил здесь, и все закончилось. У нас впереди еще один поединок и затем два титульных противостояния, поэтому никуда не уходите, впереди еще, наверное, самое интересное.